Смотрите, Геокаста, рамка больших вышла в продажу. Был получен USB-хаб, карт-ридер, три порта USB, и один порт уже заняли флешечкой. Но это важно обратить внимание, что несмотря на то, что разделено синего цвета, все-таки это USB 2.0. И два разъемчика под цвета карты SD и TF. Длина составляет 8,5 см, длина кабеля вместе с разъемом еще 14 см. То есть компактное устройство. Марка Кумба. Блистеры USB 2.0 комбо, поддержка 1 терабайта, 480 мегабит, скорость, картридер и хаб в одном. Отмечайно, цвет черный. Пришла такой простой подписчик Пупырты, стандартная поставка магазина Геобест. Ну, для ноутбука и телевизора Москв. Удобный, компактный, как обычно. Портов USB не хватает. Здесь мы сразу три дополнительных получаем. И мы садим еще и картридер. Хорошая цена, быстрая доставка. Спасибо. Магазин Геобест.